Пасха или Воскресение Христово – главное событие в жизни православных христиан. В 2022 году православные празднуют Пасху 24 апреля. Празднование начинается с пасхальной службы. Ее начинают проводить с позднего вечера субботы. На утро после службы семьи собираются за празднично накрытым столом. Во время Пасхи верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес» и «Воистину воскрес». Трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами. Закончился пост. 40 дней мы ограничивали себя в пище, в развлечениях, в каких-то обыденных вещах для того, чтобы приготовить себя к празднованию Пасхи. Каждого верующего сердца праздник Светлого Христа Воскресения – это особый день. День, когда мы ликуем, когда мы радуемся, когда мы прославляем воскресшего Спасителя мира. Я хотел бы призвать всех к миру, к любви, к созиданию, к труду на благо нашей Родины. В эти сложные, трудные времена, когда мы видим войны, когда мы видим экономические трудности, кризисы по лицу всей земли, во всем мире, мы должны быть едины, как никогда. Мы должны поддерживать друг друга, вне зависимости от национальности, от нашего вероисповедания, чтобы мы могли перед лицом всего мира сказать: мы один народ Казахстана. И в этом наша сила, и в этом наше богатство. Всех с праздником Светлого Христова Воскресения!